спускаемся по узкой лесенке мимо каких-то кафе симпатичных. Ну-ка заглянем, что тут. Ой, как миленько все. Алло, Москва? Здравствуйте. Барышня, мне Москву, пожалуйста. Я позвонила 112, и мне ответили. Да? Круто. Стена, между прочим, остаток византийской крепости. Средневековой. Расскажи о себе, кто ты, что ты, делаешь в Турции, когда вот тут. Я литератор, живу здесь в Турции, я 4-й год, и очень полюбила Анталию. Живу я именно в Анталии. И выбрали мы Анталию, потому что она более интернациональный город, чем, наверное, какой-либо другой в Турции. Здесь смешение народов, языков. Хотя, конечно, это самая настоящая Турция в плане атмосферы, доброжелательных людей, кухни. И самое шикарное, что здесь есть, чудо – это море. И это природа. Поэтому я очень счастлива, что я здесь. Что касается языка, как у тебя сложились с ним отношения? Как ты понимаешь других? Как ты общаешься? У меня был случай, что я в институте посещала факультатив турецкого языка, но это было всего лишь полгода. Это был по желанию посещения факультатива. И какие-то слова у меня остались в памяти немножко. Но это было так уже давно, на первом курсе. А поскольку я знаю казахский язык, то какие-то слова, конечно, я тоже уже знала с самого начала. И далее турецкий язык я учила просто вместе с самой жизнью, начиная здесь жить. По вывескам, по общению с людьми. И, слава богу, люди такие здесь терпеливые и доброжелательные, что когда даже ты говоришь ужасно, плохо и коряво, они не будут никогда смеяться над тобой и все терпеливо выслушать. И тем проще было учить из живой жизни этот язык. И сколько времени тебе понадобилось? Я знаю, конечно, до совершенства всегда путь бесконечен. Я знаю, скорее, бытовой язык. Где-то у меня ушло, наверное, постоянной жизни больше года, чтобы я начала говорить нормальными связанными фразами и понимать людей. Но чем больше живешь, конечно, тем становится все лучше и лучше знаний. Слушай, ты даешь настоящую надежду релокантам сегодняшним. Много людей. Я могу еще поддержать людей, которые изучают турецкий язык, тем, что вспомните, что алфавит латинский – это был искусственно созданный алфавит, поэтому он создан был в 20 веке, в 20-е годы, поэтому написание и прочтение совпадают. То есть нету старых традиционных форм, когда, как в английском, написано «Ливерпуль, читай Манчестер». Нет, здесь как пишется, так и читается. Это огромный плюс. И очень мало исключений. Как спрягается глагол, так и любой глагол будет спрягаться. И нету рода. Окончания, связанных с родом, как в русском языке. Ты еще и прекрасно владеешь английским. А как вот помогает ли это на первых этапах? Все-таки турки не все знают английский. Здесь, ну, все равно где-то помогает, да. Когда ты общаешься в среде, скажем, университетской, здесь немножко мне приходилось общаться либо с людьми образованными. Вот есть у меня знакомые писатели, есть у меня знакомый психолог, которые турки, но либо они учили английский, либо учились где-то за рубежом. Конечно, мы прибегали к английскому языку. Да, это было в самом начале проще всегда. Ну, даже и до сих пор, когда говоришь о каких-то вещах посложнее, более интеллектуальных, то я прибегаю пока к английскому еще. Ты буквально сразу устроилась здесь на работу. Как это удалось и чем ты занимаешься? Расскажи об этом. Наверняка зрители твоего блога хотят узнать и послушать. Я не сразу устроилась на работу. У меня было довольно много работы онлайн после переезда. Я работала для Канады, для России, для Казахстана в сфере литературы и философии. Выполняла различные работы, переводы, редактуру, какие-то выступления, лекции. И в какой-то момент агентство недвижимости, где мы сами купили квартиру, вдруг предложило мне вести на русском языке соцсети и сайт. Я согласилась, деньги небольшие, но плюс огромный был в том, что не нужно каждый день с утра до вечера ходить на работу. Можно только иногда посещать офис, чтобы наметить какие-то точки и все. Поэтому я кое-что поняла о недвижимости здесь.
и могу рассказывать. Если у вас будут вопросы, пишите их на почте, которая указана на моем канале, и также можете задавать вопросы в комментариях. Я все вопросы читаю, и уже вопросы о недвижимости в Турции у меня есть, и хочу посвятить скоро один выпуск, где отвечу на вопросы подписчиков, которые мне уже задали о жизни в Анталии и о недвижимости здесь. Tamam, teşekkür ederim. Вот тут пряности, зимний чай. Знаешь, какой классный. Там много-много трав насобрано. И лимон. Ага. Tamam, tamam. Ага. Teşekkür ederim. Он реально там с имбирем еще. И лимон, и что-то нам набросано так много. И зимой, когда пьешь, так прогреешься. Да. Вообще отлично. А он такой вкусный, ароматный прям. В Калиечи, Марина, как пройти? Это все Калиечи. А где? 48 гектаров. Кораблики. Откуда? Кораблики. Кораблики внизу. А где? Вы откуда с корабликов? Мы из... Мы местные. Неважно, мы местные. У меня 66 тысяч зрителей в Ютубе. Ты хоть местная, я тоже местная. Серьезно? Да. Да? Я понял. Казахча джахсы блесы ба? Блемон. Ну все, келеш чай. Сыскалай блес. Кайдан. Казахстан. Та история чье? Я расскажу про чай и угощу. Попробуйте. Рассказывайте. Сейчас чай угощу, потом расскажу. Не-не-не, мы не можем. Мы там жарко нам. Мы я напились. Тебе холодный дам. Мы уже напились. Холодный дам. Холодную воду можно? Воды я холодные. Тебе холодный релакс холодный. Дам. Хорошо. Вместе с релаксом прям, да? Хорошо. Белячка тем более, говорит, Москвы. Ой. Вот. Моя подруга вот из Москвы. Да? Да. Как тебя зовут? Ира зовут и. Вас скажу угощает Меркенский из Казахстана, Али Амирханов. Я в Мерке родился. Джамбулская область, Меркенский район. Джамбулская область, да. Южный Казахстан. Я здесь, да. В Турции уже 10 лет. Нравится вам, да. Вообще? Хорошо? Довольны? Работа есть, все есть. Скучаете по Казахстану? Скучаем, конечно, скучаем. А не делать? Ездите? Я последний раз в 18 году теща умерла, поездил. Вот. Это что это, за чай? Это релакс. Ваше здоровье. Релакс? Сейчас как расслабимся? Хорошо. Вкусный? А это из чего чай? Красный. Сейчас я расскажу. Хорошо. Попробуешь? Батима, ты... Так хотелось холодного. А видишь, как я тебе встретил? Ой, спасибо. Судьба, а? Да. Ой, спасибо, я не знаю. Это на меду, попробуй. Честно, землячка, слушай, нет. Это на меду попробуй. Релакс антистрессный, да? Это антистресс? Это, да, антистресс, вот, мне хорошо как если раз. Если им алисим найти, микс им спайс, куркума, паприк, мед, земель, джинджа, ты сафрани, ну и калиптус. 120 мили. Фенхель, ты, блэк, ты, саджи, ты, микс, ты, розмари, ты, сена, ты, пирамид, ты, диет, ты, орегано, апель, ты, ада, чай, гибискус, им юханис, блюк. Но шугар. Turkish no stress. No sugar. Russian, yeah, work in stress. Organic. Yeah, verstehen, organic, yeah. Just great. Thank you so much. Çok teşekkür ederim. Bonjour, ça va, comment ça va, c'est mes plus cadeaux. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Тебя как зовут? Ирина. Ирина, меня зовут, очень приятно. Ирина. Я расскажу про чай, который... Это история Турции. Можете записать на всякий случай. Конечно. Это история Турции. Это 400 лет тому назад от прапрадедушки, праправнука эти чаи остались. Я вам его не дал. Это султан чай. Я рассказываю про него. Взяли киви. Жестко убрали, мякоть оставили. Замочили, высушили, размололи. Получился порошок. Порошок называется пектин. Добавили туда специи. Куркума, паприка, мята, лимон, корица, женьшень, шафран, имбирь, эвкалиптовый кристалл. Вот эти 8 специй, которые я назвал, они востребуются нашему организму только в малом количестве, правильно? Также на кофе чай. А почему имбирь. Разные цвета? Нет. Он не смешивается? Нет. Это декорации. Показано, что, что, сейчас, входит, да, что входит. Мы добавляем на мясо плов 2, да. На кондитерские изделия, печенье, конфеты. Также на кофе чай. Имбирь, если давление повышенное, понижает.
похудение дает, желудок очень хорошо работает. При простуде? Он омолаживает организм. Корица, сахар, понижай, мята, лимонный салат, суп добавляешь, шафран добавляется на плов, эвкалиптовый кристалл, ингаляцию делает. Это зимний чай. Фенхель чай, блэк чай, сади чай, микс чай, розмари чай, сена чай, пирамид чай, дие чай, орегано, яблочный, ада чай, гибискус и плод рожкового дерева. Пожалуйста. Чай. И да. Сколько стоит? Ну, 100 лир стоит 100 грамм. 100 лир 100 грамм, килограмм 1000, да? Да. Это самый крутой чай? О, он не только гаймари, он даже корону помогает. Да, пахнет имбирем и... Три года срок хранения обязательно в стеклянной банке хранить. Следующий чай. Релакс антистресс. Он пьется холодный, горячий. Взяли 9 чаев, добавили туда специи. Вот 9 чаев. Видите, все рекорд. Добавили туда эти же специи, кроме эвкалиптового кристалла. Куркума, паприка, мята, лимон, корица, женьшень, шафран, имбирь. Эвкалиптового кристалла уже нет. Также эти 12 вот этих фруктовых чаев. И плод рожкового дерева. Сейчас у вас стресса нету, домой приедете, начнется работа, стресс. Да? Это чай любви, даже удовлетворение, скажем, честно говоря. Взяли сливу, жестко убрали, мякоть оставили, замочили, высушили, размололи, получился порошок. Порошок называется пекин, добавили туда специи. Куркума, паприка, мята, лимон, корица, женьшень, шафран, имбирь. Также 12 фруктовых чаев и плод рожкового дерева. Получился атаман харем чай. Вена очищает, тромб очищает. Как тебе сказал, для удовлетворения мужчин и женщин тоже помогает. Спортом занимаетесь? Да. Тоже помогает. Следующий чай. Это я сам придумал. Али чай, мой чай. Авторский? Да. О, как красиво. Ее надо кипятить 15-20 минут, потом пить. Здесь куркума, имбирь, ада чай, липовый чай. Все есть. Запах смотри. Лавровый лист, все здесь есть. Вот такой я специалист по чаю, если ты понял. На 10 языках. Гранатовый чай. Если в организме не хватает гемоглобина крови, мы пьем гранатовый чай, его лепестками каркаде. Каркаде гибискусом не путайте. Гибискус это лепестки суданской розы, он сахар понижает, давление понижает. Яблочный чай. Если в организме не хватает железа, мы пьем яблочный чай. Вот эти чаи можно пить, не пить ни фанту, ни колу, а пить эти чаи. Записали, пожалуйста. Я удивился, да? Вот тут вот написано, вид какого числа? 11.04.2022 год. Ну вы звезда Ютуба. Да. Вот такой у тебя земляк есть, видишь? Спасибо вам большое, здорово. Давайте. Теперь все запомнили. Давайте я возьму. Придем. Приходите, луком тоже нам еду есть. Хорошо. Вот. Я стою у памятника знаменитому корсару, адмиралу турецкой османской флотилии Хайреддину Барбароссе. Того самого Барбаросса, в честь которого Гитлер назвал свой ужасный военный план. Ну, на самом деле, для кого Барбаросса корсар? Это для испанцев и, может быть, для европейцев других, но для кого-то он великий адмирал Османской империи. Мы понимаем, что для османов это великий полководец. 50 тысяч воинов. У меня в арсенале было 140 галей и обычных галер. 20 тысяч матросов и артиллеристов. Таким образом, число людей с обеих сторон вместе с гребцами было порядка 120 тысяч. Он получил свои статусы от султана Сулеймана, стал самым знаменитым флотоводцем в истории Османской империи. И после своих великих походов, а он воевал с Генуей, он воевал с Неаполем, он воевал даже на стороне Франции, когда Сулейман его послал помогать французскому королю Карлу V, и он помогал отстоять какие-то французские города, сейчас не помню. Практически не проиграл ни одного сражения. Родился он на острове Лесбос. Жена его была гречанка, дочь православного священника. А Барбаросса, такое странное имя, рыжая борода, скорее всего, говорит о том, что просто его имя было Баба Орудж, отец Орудж, и европейцы просто переозвучили его как Барбаросса, рыжая борода. Хотя по другой теории он действительно был рыжий. Есть теория, что он не полностью турок, а наполовину грек, поскольку родился он в Лесбосе, и землю он в награду получил в Лесбосе. А умер он в почете в Стамбуле, на Босфоре, в своем дворце. И долгое время все корабли, которые покидали Босфор, проходя мимо его могилы, которая тоже находится на Босфоре, отдавали ему залпом орудий честь.
Ты знаешь, я во второй раз, но можно сказать, что в первый, потому что в прошлом году это был отельный отдых все 2 недели. Я не выходила из отеля 5 звезд. Это такое а-ля санаторий. Ну, от того он не менее, конечно, прекрасен, но выбирать и путешествовать самому – это всегда, конечно, более интересно и более увлекательно. Турция меня очень сильно удивила, приятно удивила своим невероятно теплым морем, своими сицилийскими пейзажами. В частности, мы были с друзьями, мы ездили сначала в Хитхие, курортный город, вот, путешествовали по разным пляжам, посмотрели. Что было интересно, ну, например, возле нашего отеля, хотя мы жили почти в центре города, можно было встретить кабанов. Целый выводок со своим семейством пришел, когда было страшновато. Это что-то новенькое для меня. Да, ну, для нас было тоже новенькое, хотя там один наш знакомый, который недавно поселился, нас предупреждал, что такое может быть. Говорим ему pig, dangerous. Он говорит, no dangerous, no dangerous. И мы поняли, что для них это практически как стайка голубей. Для них это как вот кошки гуляют, собачки. Ну, вот я знаю, что здесь животных нельзя обижать, и в правила дорожного движения входит штраф серьезный и наказание какое-то административное, если нечаянно водитель сбил животное, собаку или кошку. Он обязан ее не бросить в беде, а отвезти до ближайшего ветеринара. В общем, и они так и делают. Это, кстати, тоже для меня было таким открытием. Были какие-то раньше представления или стереотипы о Турции? То какие из них подтвердились и какие развеялись? Ну, стереотипы, наверное, были, что это скучный отдых, что какая-то типичная природа, что нет ничего интересного посмотреть, что это не разнообразно. Наверное, это связано с тем, что у нас активно пропагандируют все-таки отели, да, и в отеле, ну, своя специфика, и люди это должны понимать. А если ты выезжаешь самостоятельно, да, в город и там, по разным городам, особенно если готовы проехаться, то это очень увлекательно, это очень интересно. Ты увидела живую жизнь. Кто тебе эта жизнь показала? Ну, здесь, помимо прочего, постоянная угроза замужеством. И страшная угроза. Очень активно предлагают местные парни свое общение, так сказать, знакомство. Но это не опасно было? Ну, на самом деле, все зависит всегда от вас, как вы себя ведете. Если вы... На что вы готовы? Да, если вы ищете приключения, вы найдете их всегда и везде. Да? И неважно, там, какой город это, страна и какое время суток. Вот. Много интересных, адекватных людей. Мы выходили в старый город с тобой гулять и знакомились там с людьми, с которыми увлеченно дискутировали и про литературу, и про кино. Потом мы поехали в город Каш, курортный. Это там пару часов на рейсовом автобусе. Но Каш — это как раз вот те самые сицилийские пейзажи. Это такой закат невероятный, это такое море, это такая природа, что мы просто сидели на веранде гостиницы весь вечер как завороженные, наблюдая вот за этим природным действом. Это было абсолютно потрясающе. Но у нас было всего лишь один день там запланирован. На следующее утро мы поехали в центр города. И вот этот город, он оставляет ощущение и желание вернуться туда, посмотреть еще, узнать про него еще больше. Мы хотели съездить там на один пляж, но нам сказали, нет, пляж переполнен, вы не можете на нашей лодочке доехать до пляжа, резервируйтесь онлайн. Так что цифровой мир теперь и здесь. Вот, поэтому лучше посмотреть заранее все места, куда вы хотите съездить. Поэтому это сэкономит время, я думаю. Следующая наша остановка был город Анталия. Вот гощу тут у тебя уже почти неделю. И тоже приятно удивлена. Старый город абсолютно прекрасен, волшебен. Европейские улочки, можно сделать множество красивых кадров, хорошие ресторанчики, вкусная еда, приятное вино. Ну, самые позитивные впечатления. Отлично. У нас встретил человек на ресепшене, который говорил безупречно по-английски. Вот. Мои спутники тоже знали его достаточно хорошо, поэтому легко сложилось это общение. Все показали, рассказали. Высокие потолки, чистые комнаты. Там как-то под старину было, по-моему, да? Стилизовано. Да, да. То есть атмосфера такая, что... Ну, вот действительно какой-то старый, может быть, даже московской квартиры. На полу
как это, паркет, да, паркет, большие деревянные окна огромные, высоченные потолки 4 метра. Мне понравилось, я впечатлена. Да, в комнатах несколько окон, то есть окна везде практически, вот, поэтому много-много света, и с утра ты просыпаешься, поют птицы, и очень тихо, потому что окна выходят во двор, вот, и вся вот эта суета там и жизнь большого города тебе не слышна, вот. Но в целом, да, более спокойно, более размеренно, но и 2 миллиона человек, да, в Анталии, в Москве 20 миллионов, то есть, конечно, это транспорт, это другой ритм совершенно, это такие несопоставимые вещи. Здесь более размеренная жизнь, при этом она не там какая-то деревенская, да, слишком провинциальная, это что-то среднее такое, мне кажется, вполне себе хорошо. Тут откровенность — мое второе имя. Друзья, если вам нужна недвижимость в Анталии, вы заинтересовались вообще Турцией, переездом сюда, я хочу сказать, что Асель, она просто, ну, невероятный эксперт. Это человек, вундеркинд в каком-то смысле слова. Мало того, что она знает там несколько языков в совершенстве, да, прекрасно владеет, не знаю, там, знаниями по литературе, философии, с ней можно там общаться и дискутировать на любую тему, вот, то недвижимость — это просто изи, это, можно сказать, тот конек, вот, ну, которым тут она сейчас, ну, в том числе, не знаю, консультирует, зарабатывает. Если есть вопросы, обязательно пишите Асель, она расскажет вам про все районы, любой вопрос вообще от бытового, там, не знаю, до коммерческого, и вот вам сюда. Да. Расскажи, пожалуйста, еще о себе. Что, где ты живешь, в каком городе, чем ты занимаешься? Уже 14 лет я живу в Москве. Дружим мы из них 11 лет. С 12 года. Мы познакомились на одной из наших совместных работ. Мы работали в пиаре, Асель была моим руководителем. И в каком-то смысле тоже заложила мне определенные основы и текстов, и письма, да. Я когда, ну, начинала, я тогда только вообще в начале своей карьеры была, это была там одна из моих первых работ, я не знала, как правильно построить текст, да, там какие-то вещи, вот. И Асель мне так ненавязчиво говорила, как скорректировать, как это правильно сделать, вот. И можно сказать, что тоже выступала моим учителем и наставником. Вот я задала вопрос, напросилась на комплименты. Потом, там, спустя какое-то время я поняла, что пиар, по сути, это мое призвание, и мне интересно этим заниматься, да, я понимаю, что могу сделать там других людей и компаний популярными, то есть это то, что мне приносит большое удовольствие, большую радость, и, ну, это важно, чтобы работа доставляла удовольствие. Потом я занимаюсь этим уже 14 лет примерно, да, у меня свое рекламное агентство сейчас в Москве. Если вы хотите развить свой бизнес, то... Очень крутой сайт, кстати. Покажу. Да, спасибо. Вот, обращайтесь, если вам это нужно, интересно. Тоже могу проконсультировать по любому вопросу в любой отрасли и бизнес любого масштаба. Вот. Контакты Иры, ее Инстаграм в описании к этому видео. Практически все эти годы в офисе, в штате крупных компаний и строительной, и банковской, и IT-сферы. То есть у меня достаточно большой опыт по... разным направлениям, поэтому... Продвижение с нуля, это да, тоже может быть. Продвижение с нуля, стартапы, бизнес, который хочет масштабироваться, который хочет расти. Маленькая компания может к тебе обратиться? Да, могут все. То есть у кого есть свое какое-то направление, кто хочет его развивать, то есть с помощью там социальных сетей, видеоконтента, пиара в СМИ, пожалуйста, друзья, можем рассказать, показать, объяснить, как это делается. Мы делаем классный видеоконтент, поэтому если вы хотите ролики, вот, если вы хотите видеопродакшн, рекламу на ТВ, для Ютуба собственного, где угодно, пожалуйста. Хорошо. Спасибо тебе, дорогая. Очень спасибо приятно. Тебе. Сегодня темы блога оказались разнообразными, от турецкого чая до бизнеса и работы, которыми занимаемся мы и моя подруга Ира, с которой мы сегодня гуляли по старому городу. Стремлюсь к тому, чтобы мой блог был не только интересным, но и полезным. Надеюсь, что так оно и есть. Друзья, подписывайтесь на мой канал. Спасибо вам за поддержку, которую вы оказываете. За ваши комментарии. Пишите, пожалуйста, ваши вопросы в комментариях. Я обязательно все читаю и обязательно отвечу. Ссылку на сайт агентства недвижимости NASA Homes вы найдете в описании. В описании также есть контакты и сайт пиар-агентства Indigo. И до новых встреч на канале Асель Блог.